Ребята, это победа, наконец-то. Вот, у меня клонировал систему вот этой программкой, а у моей Partition Assistant. И он ей присвоил метку Тома H. Ну и когда я перезагрузился, то да, H стал системным, а загрузка все равно, половину всей загрузки шло все равно со старого C. Долго я бился, мучился, как искоренить проблему. Оказывается, надо в реестре вот по этому пути поменять буквы местами было. С на H, H на C. Через промежуточную букву, потому что он ругаться будет. И все, перезагрузился, и удача, счастье. Так что дерзайте. Всем пока.